У нас 8 сентября 2017 года. Вечер, он уже. Солнце скоро к закату пойдет. Вот. Там вот слышится, Игорь Глушков работает на дровоколе. Добрый вечер. Первый раз на Трендовую я приезжал, когда я работал еще. О, трижды встречались. Я работал на Мугалгородске. Меня почему-то... А где работали? В милиции у Мамонтова. Так. Я приезжал, по-моему, с Бабиным сюда, Петром тогда меня привезло, мне интересно было. По-моему, вот это качели только были. А вы тогда со мной осторожно разговаривали, я был в гражданской одежде. Ну да. Потом мы встречались с вами в редакции, когда вы приехали с Канады, когда мне про Ельцина сказали, когда он в масонство вступил, мы с вами разговаривали. А третий раз мы встречались у вас в СИЗО 1, когда вы газеты разносили. Вы сейчас спросили, за что? Я говорю, за политику. Вы говорите, за политику не садят. Я говорю, садят. Да. Да, я прошел, говорится, эту школу, говорит, но по-прежнему я так и борюсь с властью, ну, нечестной властью, можно сказать. Понятно. Постоянно депутаты люди избирают меня, и на этих выборах против меня власть бросала. А сейчас живете где? Мамонтова. Ну, меня переводили, я начальником был роды. Так, полностью повторите фамилию, имя, отчество. Олешевич Валерий Мефодьевич. Это я-то не узнал бы даже никак. Да. А я сейчас немножко полнел за год, то худой так, был. Слушаю вас, что вы хотели? Я просто приехал посмотреть, ехал в Корчино. Во-вторых, я посмотрел ваш ролик, там к вам приезжал сюда кандидат. Вот у вас мне там, я повстречался с вашими ребятами, мне как? Дали визит. Да. Я смотрел ролик, там Белоусов, по-моему, приезжал, или Белоносов. Глава администрации будущего, ну, вроде бы как выступал, да. Ну, я думаю, а я в районный совет баллотируюсь. Mm-hmm. В районный совет. Думаю, ну, если приезжают к вам, должны же видеть кандидата, которого. Mm-hmm. Или, неплохо. Да. Поэтому, хотя я с Корчина ехал, конечно, дорога здесь. Мы сложная. Могли бы людей собрать тут. А, пожалуйста, если сможете, я выйду. Я надо с батюшкой поговорить-то. Mm-hmm. Так, ну у вас какая-то программа, вы могли бы высказать? Я вам скажу. Почему я всегда баллотируюсь, почему у меня избирают люди в депутаты, почему со мной власть борется, почему они меня не любят. А да, что будут избирать и наши люди тоже? Да, если, безусловно. Так. Должны приезжать сюда. Это ну-ка выразите свою программу так, чтобы можно передать было. Передать? А то тут они работают, вряд ли их возьмешь, они время как. Ну, во-первых, они должны знать биографию. Биографию должны. Я человек с простых, у меня родители были животноводы. Год рождения? 57-й год. 57-й. Да. Вот мне исполнилось 60 лет. У меня сестра, кажется. Но я спортсмен, занимаюсь спортом. Вот. И у меня, понимаете, с детства выработан, не знаю, может быть, это несправедливость видел, которая еще в то время, в советское время, как они называли, одни работали, а вот эти директора все жили отдельно, уже в то время особняки строили. В Первомайске родился, поселок Первомайский. Угу. Вот. И вот это слово я видел, буржуи, все это я слышал, несправедливость. Вот это мне как-то заело, я говорю, я буду помогать людям. И вот это всю жизнь я стараюсь. Я получил высшее юридическое образование, имею большой опыт работы, прошел от участкового до начальника милиции, был лучшим начальником милиции края. А в 95-м году выдвигали люди в Госдуму. Выступил против коррупции, выступил против краевой власти, против прокуратуры. Ну и в программу вашу что входит? Как вы хотите улучшить жизнь? Вот смотрите. Во-первых, районный совет сегодня усеченный. В чем смысл? То есть сегодня как? Там денег нет, говорит, Медведев говорит, партия власти нет денег. В крае, говорит, денег нет. Единственное, что может районная власть делать на сегодняшний, для чего избирать депутатов? Они в первую очередь избирают главу района. И вот сегодня власть пытается своих людей избрать, чтобы они послушно проголосовали за тех, тот кандидат, который нужен вот той власти. Я не знаю, это рассказ, сколько пройдет кандидатов, но мне предлагают люди, чтобы я потом выдвинул свою кандидатуру. Не знаю, как это будет. Все будет зависеть от тех людей, которые пройдут. В этот раз меньше стало людей баллотироваться. Если на выборах вот в 2012 году 76 человек баллотировалось, в этом году всего меньше 40. Люди потеряли веру уже во власть, не идут, и молодежь. И то вот есть как меньше 40? Человек. То есть на сегодня 40 человек на... На одну должность? Нет, на 18 мандатов. А-а-а. На 18 мандатов. А вот на тех выборах также на 18 было 76 человек. Ну как вы думаете улучшить, если вы о людях заботитесь? Как прекратить эту коррупцию? Вот я вот за это... Вот. Во-первых, вы знаете, говорю, безусловно, если пройдет вот большее количество депутатов, это контролирующий орган местной власти.
чтобы действительно не воровали деньги, распределяли в нужном направлении, это депутаты района уровня. И вот не распыляли туда, куда не надо. К великому сожалению, иногда не туда деньги идут. Но сегодня денег мизер. Я вам честно говорю, что в районе мизер, но и их нельзя давать воровать. Простой пример. В 2012 году, когда я бы избрался в депутаты в районный совет, тогда было 10 кандидатов, и начали утверждать бюджет. Смотрю, главе района деньги начисляют. Я говорю, на каком основании? Глава района, которая руководила собранием района. Я говорю, а нам глава разрешил администрацию. Я говорю, а кто вам позволил? Районное собрание, я говорю, вам не позволяло. Это незаконно. И вот тот получил 150 тысяч, это успело 50 тысяч, 200 тысяч. Мы это пресекли, но взыскать я не смог, потому что с единой партии было. Неоднократно выносил вопросы на сессию. Они, да ладно, прости, ну ладно, прости. Добрый вечер. То сегодня не мешать, сегодня людям создавать условия надо, не мешать, говорится. Сегодня кто? Фермеры, Надежда, предприниматели. Сегодня все в основном частники же. В основном. И люди работают самостоятельно. Чтобы налоги не такие не душили, говорится, а налоги. Или... Вам голоса нужны. Я просто приехал. Вам голоса, я и так выиграю. Нет, да. Я просто приехал, чтобы посмотреть. Просто хочу сказать, ничего нельзя сделать. Лоббируют интересы, которые им нужны. Да. И вот какой-то инвалид, я не знаю, то ли в Афганистане он был, на коляске. И его избирали в Томске. А потом писали, это единственный депутат известный сегодня, который готов умереть на этом месте, но делать, как хотят избиратели. А он говорит, если, говорит, тебя выбрали, и ты не такой. 2 года еще тебя будут обхаживать, а потом ты должен или уйти, или несчастный случай. Я согласен. Я там был. Но это он специалист, я не знаю. Я вам согласен с этим, потому что, говорю, я прошел. Кто бы меня от лучшего начальника, я в свое время, говорю, конкурс выиграл у всех начальников, имею 50 поощрений. И после меня выборов в Госдуму в 95 году люди выдвигали. Не власть, а люди выдвигали. И вот так вот получилось. Борется, я согласен с ним полностью. Если ты будешь идти против, мне тоже говорили, как ты живой остался. Мне задавали эти вопросы. Ну, такой вот человек сегодня, все же я прошел школу, может быть, мне помогает то, что я работал в этой системе, знаю, говорится, ну, личность, я не слабая. А в Томске мэра города Макарова Александра посадили? Да. Посадили. Куфаев кто был? Александр Алексеевич? Да. Ну, первый секретарь... ЦК КПСС? Мамонтовского. Да. Где он? Ну, сын находится в местах лишения свободы. Юрий там? Да. Там, а он? А ему, по-моему, условно давали. Или заменили потом. Я знаю, что условно. Потом, по-моему, его тоже... Вот я знаю, что сына посадили его. Дело того, в чем. Когда на нас наседал Роспотребнадзор в прошлом году, то приехали из прокуратуры, и из милиции, из полиции мамонтовской. Ну и я сказал, говорю, вот у меня есть человек, которого я просто хотел бы назвать вам честный и уважаемый. И назвал Куфаева. Он первый год приехал, и, ребята, я не могу ничего сделать, вам помочь ничего нет. Но мы сказали, только не мешайте, мы сами все сделать будем. И он нам не мешал. Они говорят, так он сидит. Я говорю, не может быть. Сидит! И знаете, за что? Да. Главное, на сельское хозяйство, он по сельскому хозяйству был, краевой администрации, и называют деньги не 2-3 рубля. Миллиарды. Понятно. Юрий, говорит, уже третий год сидит. Угу. Добрый вечер, Ангелин. Добрый вечер. О, вот он домик строит. Три сына, это племянник. Будущее. Племянник, да. Служил в президентском полку. Проверяли там до самой бабушки. Ну, они все ребята хорошие. 6 сыновей, а родители живут. Их, взрослых. Вот такое дело. Дело в том, что мы не голосуем. Не почему-то, ничего не будет, да еще я буду выбирать-то, я его знать не знаю. Ну, знали, мы с вами встречались, и, говорит, под одним солнцем портянки сушили. Да. Но это еще ни о чем не говорит. Да. Я несколько маленьких вопросов задам, вот просто так. Вы галстук носите? Сейчас нет, а носил. Да, и моя работа связана, я работаю, защищаю людей, а в суды я ходил в галстуках. А вот изберут вас и скажут... Нужно надеть галстук. Наденете? А я никого не слушаю. Это норма. Они должны быть все. Все. Да, это потому что не должны быть все. Я понимаю, что когда власть одна там, говорит, будет другое. Я умею договариваться, умею, говорится, пробивать определенные мотивы.
Это я умею, потому что в свое время, когда начальником милиции был, я, кстати, знаете, я в 89-м году я против Куфаева в газете открыто выступил. Галстук — это не просто удавка, да, какая-то, да. Это больше, да. Это та цепь, за которую масоны тянут людей. Да, вот, допустим, да. Большая статья в газете «Известия» — Гейдар Алиев без галстука. Да. То есть это не просто так. Это он свободен, он сейчас может разговаривать, но не как представитель той партии, да, которую он везде ширует. Гейдар Алиев, заголовок «без галстука», то он снял его на один день. Но если он снял галстук, он обязательно должен быть расстегнут. Обязательно. Вот вы просто без галстука и попробуйте, застегнитесь, у вас получится. Это не просто, это масонские знаки. Теперь я и считаю устав, устав попал. И устав, если три пуговки у него здесь есть, нижняя обязательно должна быть расстегнута. Я гляжу, у всех абсолютно. И у Путина, и у Медведева, кто бы он ни был. Ну, мы и Медведев, Мендель. Ничего нельзя сделать. Ничего, потому что это система, приводящая антихриста к власти. Наша задача — молиться за власть. Мы молимся, нигде не вмешиваемся. И мы встаем в 4:40. Всем завтрак, а утренняя молитва, чтение Слова Божия. Ну, подготавливаемся. И до 7:00-7:00 ужин. Тут работа. На ровном месте. Вот сейчас, ну, говорят, я не могу подтвердить это, ну, устаревшие данные. 21 тысяча сел исчезли в России. И выступает Нина Данилова. Знаю. Законодательное собрание Алтайского края, она говорит, это не потеря названия, потеря земли для государства. Никого там нет, заброшен, будут жить другие люди. 2 миллиарда шевелятся под боком. 2 миллиарда мусульман с этой стороны. И теперь все это заселяется. Мы теряем не только самобытность и культуру, мы теряем жизнь. И она выступила, а потом говорит, не дают нигде напечататься. А она от КПРФ идет. Я не КПРФ, я просто говорю. Смелое такое выступление, и напечатанное, я просчитал все-таки. Почему нельзя сделать? Вот селение, мы одно из них. У нас принцип, кто поселиться может, он не лжет, доказывает, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я в краевой администрации сказал, он говорит, у нас тут ни одного такого нету. Статистика непрерывно врет, женщины матерятся, мужчины курят, никого нету. А вот на этих принципах мы начали строить. Вот все абсолютно своими руками. Электричество проводили, трансформатор завезли. Ну, теперь стали помогать, вот сейчас для учителей, видите, бетонные столбы привезли. Работа. И нам какая там власть будет, депутат, там, вот нам школу сохранить. Школа — это та пуповина, отрезая которую, уничтожает селение. И мы стояли нынче прямо, ну, ребятишки-то подрастают, а другие, выше они с красными дипломами у нас, 9 классов, все. Они районное образование вытягивают, 5-е место заняли. Ну, во-первых, мало учеников одно, другое дело верующие. Так что... А обучаются они где, говорит, дальше вот после? Дальше они сейчас в Барнауле своих. Вот сейчас один закончил, староста Игорь, дочка у него закончила 3 года назад в медицинский университет, а сына ГТУ по строительству. Сейчас он помогает ему как фермеру. А последний сын его, ну ничего, я не знаю, в городе, наверное, 10-й класс, здесь 9 классов. Все учатся. Здесь и интернет. Ну, это здорово. Это здорово, конечно, это здорово. Ну, понятно, Игорь, я это, что-нибудь, это, главное, что я думал, что другие мне что-то приезжали. Потому что мне говорили, когда краевые выборы, что якобы там сюда приезжали. И я не знаю, голосуете или не голосуете. Я никогда не голосовал. Это я гарантирую. Потому что моя жизнь доказала. Ничего нельзя сделать. Вы Рыжкова Владимира знаете? Хорошо, знаю. Ну, хорошо знаете. И что он сделал за это время? Он же дня не работал. Ну, мозги живут. Ну все. Обмылки эти там сидят, эти, а деньги такие получают. Ну, это... Рыжков не вызывает доверие. Его убирает. Пенсия какая назначена? Ну, 1200 сейчас, наверное. 253. Ну, так же, как у депутата. А у меня 6523. А у меня жена медик. А тоже все такая же пенсия отработала. Хотя сейчас в крае доплачивают, получается 8330. Вот так 6 тысяч на пенсию медика. А почему мне пенсия надо? Они не давали работать. Меня гоняли и гоняли. Можно было работать только в ведомственной охране, по месту жительства. Да я в курсе какой-то. Я ваш судьбу знаю. Вы знаете, что в политотделе был Власов. Он первый инспектор президента. Ну все, он же сменил. Очень его. Хороший человек. Каждый месяц я проводил занятия со всем персоналом. Его сменили уже. Я-то знаком. Там другой, да, знаю. Мы это защищали лес, вот борзы вырубают, и мы создали группу.
уже несколько, с 2012 года. И вот ездили по лесам, вызывали комиссии. Лес же вырубают и везут в камень, и в рубцовку. 2000 кубов в сутки обрабатывают. Вот мы выступали против губернатора, против Ишутина. Вот Ишутина удалось убрать. Вот мы с Власовым встречались, когда он поддерживал, вызывал в Москву эти, в Новосибирск приезжали комиссии. Ну, все объехали леса, лес вырубают. Потом это, у нас, мы избрали руководителя, у Егоревки Валера, дом сожгли ему. То есть мы боремся вот с этим. Как бороться? Вот у нас околки. Там 8 кажется, березок я нажидал, спилили. Я обратился в район, в край никакой. Я написал Центральный комитет партии тогда. А это были солдаты, которые помогали на уборке, это они сделали. Вот сейчас такой задок его, видно, белый лежат, чутки. Две машины заведены. Без сучков. А то, значит, все остальное выбрасывается. А на чем они зарабатывают? Самостан приехал, сварили. Ну, тут это черные, это жители. А сколько это пилит? Вот на два завода. А вот которые березы, это местные жители, говорится, пилят. Да, хочу, да, не будут пилить. Поджигает, а потом сухостой продают по дешевле. Да, я согласен. Это в 98 году. Сейчас я скажу, какого-то числа было. Кажется, 28-го. 28-го где-то. Где-то 200 тысяч пожаров в Московской крае было. В одну ночь. Леса все пылали. Вот у нас какая была огромная роща, в эту ночь сожгли. Вот она беда только. Ну, чуть-чуть где-то. Они еще не сделали. Они боялись крепко зеленые среды. Хотя там разведчики не боялись. Они говорят, они без руки. Мы понимаем, что ничего нельзя сделать. Сделать можно только так. Вот мы встаем, молимся, читаем Святую Библию, приступаем к работе. А они там творят. А они творят и будут творить. Ну хорошо. Мне говорят, вы знаете, что вот там революции евреи делали, что сейчас страну разворовали все эти березовки, все до одного евреи. Да. А почему не боретесь? Я говорю, я знаю, борюсь. А как боретесь? Молитвой, добрыми делами. Он нуждается, ему помочь. А мусульмане все уже, там все эти базары, знаю, надо бороться. Как? Любовью. Мы должны им показать, что со Христом лучше жить, чем с Христом. Я сколько лет сотрудничал с СИЗО, и в первую очередь стараюсь помочь мусульманам, потому что другой народ для него здесь, он терпит угнетение, чтобы не отчаялся, рассказать ему о Боге. Мы ничего не можем сделать, думают, а меня бы избрали, я бы это сделал. Но я ничего не могу сделать. Осенью вот эти прекрасные бусины будут порублены. Мы стоим сейчас близ-близ того каждого. В один момент пакет вспыхнет. Да. Потому что люди нищают, и сильно нищают. Ничего нельзя сделать. Библия это предсказала. И я поэтому знаю, что так должно быть. Люди будут корыстолюбивы, сластолюбивы. Ну и все перечисляют апостол Павел, посадник к Риму. Дети не послушали родителям. А что нужно будет сделать? Видите, как общипывают эти блестящие ваши. Ничего нельзя сделать, не изменишь. Господь призывает измениться самим, родиться свыше и быть водимым Духом Божьим. Для Бога. Жить для Бога. И тогда все остальное будет по-другому. Как мне иногда говорят, вот такие люди вам помогают, и действительно помогают. Я 45 лет начальник детского лагеря, тысячи детей отдохнули. Ну, помогают они в пределах своей возможности. Я даю отчеты, допустим, строители, там помогают. Дети катались. А теперь ничего не все закрыто. Базары, базары, базары. Ничего нельзя сделать. Он же не помогал. Он помогал, гвозди давал. Ничего не могу сделать, говорит. РТИ. На другую работу перешел Хромов Анатолий Петрович. Прекрасный человек. Ничего нельзя сделать. Я знаю депутатов, Макаров, здесь, который был заведен. Генерал-полковник Тинков нам помогал, Борис. Ну там, ВКЧП его там маленько подсветили. Но для Бога, когда ты делаешь, легко давать отчет. Я к себе ни одной копейки не взял, ни одной. Нигде, никак. Почему? А мне это не надо. Вот сейчас щебень привезти, это 70 тысяч. Вот с той стороны, в деревню, когда заезжать, щебень. В прошлом году 232 тысячи я пришла за щебень. А там... Это невозможно ничего сделать, нам не помогают, мы за свой счет. И песок, отличный бульдозер нанял,
Вот там пруды новые там делали, это, восстановили. Дорогу 153 отдать, а у меня денег нет. Находятся люди, которые помогают. А мы даем отчет, все заснимем, покажем из рук в руки, вот идут деньги. Это у меня голубятня такая, у меня две голубятни. Голуби живут? Конечно. Почему? А там выходит на железной плите. Ни один колонок, и еще никто не может залезть. А до этого, там у меня он балерина называется. Башня летняя, резиденция Игнатия Начальника, там, аудиатура такая. Вот перенес сюда голубей, и уже больше 10 лет никакая тварь не может залезть. Вот так. Вот у меня вторая голубятня на борту. Я люблю. У вас здесь свобода. Да. Мы никому не навязываем ничего, мы должны воздействовать. Видимое временное, невидимое вечное. Невидимое – это божественное, что Бог дал, что за нас умер Христос, что я себе не принадлежу. Я покаялся, и Господь предупреждает. Вот Священное Писание, вникаю в Слово, вникаю в себя и в учение, занимаюсь этим постоянно, Павел говорит. Поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Я с депутатами знаком много. К Рыжкову как-то обращался, никогда ни разу нигде не помог. Нигде, никак. А как только голосовать, мне на дом звонят. А вы не могли бы там, где бываете, говорить, да зачем мне это нужно? А вы могли бы что-то изменить? Изменить нельзя. Я могу только говорить о себе. Я могу измениться, смирить себя перед Богом. Понятно. Ну, я-то приехал, я думал, что у вас приезжают сюда. Там ролик посмотрел. Ну, да. Я думал, поэтому заеду, посмотрю. Там много роликов. Да, я знаю. 8200 роликов наших. Ну, мне же дали этот сайт. Вы знаете, у нас миссия какая была? Да. Я знаю, поэтому мне вот... Вы не знаете? Нет. Вот, здесь, я скажу, 38 моих книг там в сайте. Угу. Книги, которые Господь позволил мне написать. Каждая книга 752 страницы. Угу. Мы проехали, купили «Газель» специально. Я ехал в каждую библиотеку, 600 городов посетили. Угу. Порт Находка, Владивосток и Лиссабон. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. Во всех центральных библиотеках мира практически прошли Турцию с обратной стороны. Ну вот вы тогда и ехали, вот когда уже мы встречались там в редакции, вы вот эту книгу, по-моему, приносили тогда, говорили, что когда с Канады приехали. А в Мамонтово в вашей библиотеке книги все есть. Тут Ритунский у вас, Владимир. Да, Володя, вот это мой друг. Володя Ритунский. Он хороший человек. Сейчас он на пенсию ушел, все. В прошлом году. Он говорит, на пенсию пойду, так Потеряевку примите. Я говорю, а насчет матерков как он? В Бизонах обойдемся. И говорит, резюме мне вынесли, говорит, что можно мне, говорит, тут быть Потеряевки. Он ушел, потому что он там газета стала зависимой, нельзя выступить свободно. И он просто потерял интерес в этой газете, поэтому да. Ушел. Он историк, он безусловно. Он написал большую статью «Русский дом». Такой журнал по благословению патриарха. Написано для тех, кто любит Россию. Я нас большую статью написал. Это журнал такой центральный, с религиозной стороны, но грамотно написан. Он везде ездил, смотрел. Тем более он еще до начала восстановления Потеряевки, в 91-м, на 2 года раньше был. И сказал, у меня мечта восстановить Потеряевку. А теперь он, ну видишь, живут люди. Ну, я ему привет передам, я ему опять скажу, был в гостях. Я-то с ним общаюсь. Вы поберегите себя. Да, да, нет, уже у вас такой опыт. Говорили мне уже постоянно, и уже и друзья говорят, когда ты успокоишься. Да, успокойтесь, не надо, это ничего не сделать. Ничего не сделать. А как сделать? Вот, допустим, я послал книги Путину, показали они в библиотеке у него. Я влияю на него. Я зашел в его представительство, я говорю, у меня начитана Библия, архипелаг ГУЛАГ, 50 книг моим голосом на нашем сайте. Как переслать? Диски дали, я ему диски послал. Даже видели во сне, что он приехал сюда. И архипелаг ГУЛАГ привез оттуда. Я случайно... Я его насчитал при советской власти, когда меня посадили. И когда теперь уже на компьютер насчитал. Здесь вы найдете на сайте. Снимите на диске, едешь. Вот, Солженицын писал, да, она даже в то время, вот советская, вот, когда, в которой я был период, она ничего не менялась. Вся система была одинаковая. Вся... А вы Сотникова знали? Виктора. Знали? Да. Что с ним? Я не знаю, ну я давно уже, как ушел он уже в это, который замначальника или который КГБ? Да, нет, он по политработе был, да, там, полковник. Ну, я уже давно его не видел. Мы знакомы с ним. Я с ним, это безусловно, я с начальником РУВД. Тогда их обои еще, начальник это был УВД, генерал-лейтенант Чернов. Да, Чернов. Да. Ну я, вот честно, я против него выступал. Их зацепили обоих, там квартиры, которые этим делали. Ну, я на встрече говорил людям, говорю, у нас денег нет, говорю, они особняки строят, там все эти генералы, полковники в БРУ.
Я на встречах с ветеранами, я присутствовал покойного генерала Налетова это говорил. И потом я стал неугоден. Я регулярно вел занятия в 5 отделах, городском и краевом УВД занятия. Угу. Они за мной приезжал, Сотников, сам на машине. А вот, допустим, все помпрокуроры и прокуроры края. Я перед ними говорил, когда начальник говорит, моя милиция стала себя тише вести. Я говорю о суде Божьем, о правде, как надо жить по-божески. Это совсем не так, как мы думаем. Вот я работал здесь только 17 лет в местном СИЗО. И сколько людей оттуда вышло, которые изменили свою жизнь. Я когда книги даю, книги эти, которые даются, она меняет полностью жизнь человека. Я рассказываю опыт. И как Священное Писание об этом говорит. А если, ну, просто так пришел, я еще скажу. А они знают, я зэк, каторжник такой же. Я знаю, о чем он думает, говорит, когда. И поэтому они принимают, я наговариваю там на пленку, ухожу, а они там прокручивают, в камерах слушают. А потом выходят и встречаются. Один идет, я с женой иду, мне к вам подойти нельзя, у меня бутылка тут куплена. Подойти нельзя. То есть люди разные. Да, я можно изменить только с Богом. Без Бога. Христос говорит, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, и говорит, без меня не можете делать ничего. Как не можем? Да мы в космос не можете, он не нужен вам, космос. Вы займитесь своей душою. Вот об этом говорил Мартин Лютер Кинг. Нам, наша задача обустроиться здесь для Бога. Суд Божий будет, Лермонтов писал, с чем мы предстанем. Есть Божий суд на перстнике разврата. Вот Евгений Евтушенко это показал, как там Бенкендорф думал, а Бога может нет, ничего не будет. И бегали, говорит, они там засуетились, когда смерть поэта прочитали. С Богом совершенно все меняется. Вот я был с мусульманами, в доме муллы ночевали. И беседа это все в интернете выставлено. Как Господь открывает сердца людей. Совершенно новые люди. Первый раз видишь. Одно слово... Человек может измениться. А как это может быть? Понятия не имею. Ну, я вас понял. Но я раз приехал, посмотрел. Ну, я потом еще приеду. Через некоторое время пойду приеду. Вот вы летом бы были, когда тут, ну, тут в это время по-другому было. Сейчас работают, каждый в огороде копается, убирает. И... Я вот вижу, что сейчас хотел даже пойти собрать, а нет, никак, коров пригнали, сейчас доить начинает, успеть надо. Ну, все равно здесь все от вашего слова зависит. Да. Это ясно и понятно. Я вот, кстати, вот здесь зашел, я помогал этому человеку, он приезжал ко мне в Мамонтово, супругой там были, у них немножко не Вы сейчас каким путем поедете? Поеду сейчас направо, на трассу. Вам надо куда? На Мамонтово? Сейчас на Мамонтово. Ну, тогда направо, да, выйти из деревни. Я сразу ехал в Корчино, ой, здесь как А пока... если в Корчино надо? Не-не-не, я же поеду в Мамонтово. Это я, говорю, оттуда ехал. И по этим дорогам, да заблудился еще там. А вот там на вот высокая линия, это высокое напряжение. Метров 200 дальше, смотри, ястребок. Голубей таскают порази. Он такой маленький, это ястреб. И там ему делать нечего, он курицу поднимает. Ой, мощнейший. Вот он пошел. И мы там пруд сделали, это, подняли. Плотину и первый мостик, и теперь там указатель стоит, Потеряевка, и тут можно только выезжать. Вот я на указатель выехал. Так что мы еще изменили обстановку. Да, проезда тут не было никакого, только вокруг объезжали, а сейчас прямо здесь. Ну, рад был видеть. Ну, хорошо, все. Спасибо, что доброго. До свидания. Все, с Богом. Заходите на наш YouTube. Заеду. Там сайты, форумы, все есть. Да, там богатый материал. Да. Ну, и можете в Mail.ru, в моем мире, зайти и сказать, я такой-то там, зарегистрироваться были, и какие вопросы можете задать, я вам отвечу. Все понял. У меня сын нашел у вас сайт, говорится, я поэтому... Я через мой мир, или по скайпу беседуем. Все, спасибо. Все доброго. С Богом. Все, с Богом. Благослови его, Господи. Всегда номер держи. Все. Депутаты.
как они туда идут, деньги получают. Ну ладно, пусть Бог благословит. Опыт такой передать другим, это неплохо, конечно, но ему угрожает его жизнь. Обязательно. Если он по этой дороге прямо поедет, сумеет ли он там, не стукнется ли бампером-то? Решил прямо ехать. Ну все. Слава Христу.